Сегодня мы покажем, как можно рисовать в технике мыльной акварели. Нам понадобится обычное мыло, акварельные краски, кисть, вода, стеклянная или любая непромокаемая рабочая поверхность. Хорошо намыливаем кисть. Обильно покрываем мылом рабочую поверхность. Сверху наносим краски. Используем всю свою фантазию для компоновки цветовых пятен. Берем обычную бумагу, прикладываем ее к поверхности и получаем вот такую красоту. Продолжаем экспериментировать с цветовыми пятнами. Ставим темные акценты и смешиваем самые разные цвета. Одним движением получаем волшебный осенний лес. Цветовое пятно можно использовать несколько раз. В итоге получаются совершенно разные картинки. Добавим несколько штрихов фломастерами. Можно дорисовать любой узор, а для деток это станет интересным и увлекательным занятием. Также эту технику используют для скрапбукинга. Комментируйте, делитесь своими впечатлениями. Подписывайтесь на наш канал и находите интересные идеи использования необычных художественных приемов и техник в декоре интерьера.